30-летний украинский боксер среднего веса, славчанин Станислав Скороход, 19 побед, 2 поражения, 15 побед нокаутом, победил американца Энтони Ленка, 16 побед, 6 поражений, 7 побед нокаутом, в бою за временный пояс NABA, Североамериканской боксерской ассоциации. Поединок состоялся в Торонто 25 октября. Скороход входит в топ-20 украинских боксеров по версии BoxRec. Ранее Скороход нокаутировал мексиканца Хосе Луиса Сунигу. Еще о боксе. 14 по 16 ноября в московском ФОКе состоится 12-й международный турнир по боксу памяти Геннадия Родионовича Кима. Принимают участие спортсмены из Украины, Германии, Ирландии, Молдовы, Беларуси. Открытие турнира 14 ноября в 5 часов вечера. Приглашаем желающих посмотреть на хороший бокс.